Retail Tech на ваших экранах. Продолжаем вас знакомить с интересными людьми, решениями и компаниями. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте. Я представляю компанию ФТО. Я являюсь управляющим партнером. Меня зовут Татьяна Овчинникова. Наша компания работает более 20 лет. Мы работаем на рынках розницы, на рынках пищевой промышленности, сельского хозяйства. Мы внедряем бизнес-решения на базе продуктов 1С, BI-решения, в общем, все, что связано с автоматизацией бизнеса. Да, и очень интересно, Retail Tech. И вы сюда пришли не просто так. Наверняка есть какая-то цель, и что-то вы можете дать всем игрокам рынка. Наша компания специализируется на переходе на продукты 1С. Сейчас это очень важно, потому что мы живем в таких условиях, когда импортозамещение становится важным. И 1С – это известный наш продукт российского рынка, самый родной, поэтому все, он имеет много разных решений для разного бизнеса. Вот в частности для торговли очень интересно может быть управление торговлей 1С. Это современная система, которая всем потребностям бизнеса и все функциональные блоки представляет и можно их реализовывать так, как нужно вам. Замечательно. И, конечно, вытекающий из нашей ситуации сейчас резонный вопрос. Кто-то делал какие-то алгоритмы для того, чтобы расти, чтобы делать что-то новое и интересное, но в свете последних событий перестал или не хочет вкладывать деньги прямо сейчас. Но, насколько я знаю, у вас есть интересное решение без больших затрат сделать очень важное и полезное что-то для ритейла. Хочется поподробнее. Да, вы можете, не вкладывая, не все действительно готовы сейчас вкладывать инвестиции. Многие компании заняли режим сохранения, да, финансовых потоков, ограничения финансовых потоков в связи с тем же самым кредитованием. Поэтому мы можем, например, предложить рассмотреть такие вещи, как замещение затрат. Вы можете, например, отдать нам на поддержку ваше решение, тем самым сократив свои затраты, сохранив, потому что зачастую бывает, мы специализируемся, мы умеем это делать стабильно, с хорошими SLA-ми, ну, с уровнями сервиса, с метриками. Мы можем точно так же предложить вам процессы по оптимизации, то есть когда вы из существующей системы, ну, делаете ее более производительной. То есть вот эти вещи все, когда вы рутину все отдаете нам, тем самым экономия, тем самым высвобождая своих специалистов на задачи развития, те, которые вы можете себе позволить. Творческие задачи оставляем людям, а профессионалам отдаем все остальное, и все будет хорошо. Пожелаем вам удачи, надеюсь, выставка будет и вам полезна, и полезна вашим партнерам. Спасибо большое за внимание, ждем вас.